очень интересный, кстати, праздник для детей особенно. Там эти разные конкурсы. Вот Насте нарисовали бабочку. Она, кстати, сама выбрала. Да, мне кажется, Настя самый сложный какой-то рисунок выбрала, потому что там тетя прям очень долго это все вырисовывала. Там детки такое что-то маленькое выбирали, а Настя прям на все лицо. Ну ладно. Потом там шарик ей сделали, цветочек. Настя, тебе понравилось? Вчера это мы ездили с друзьями на шашлыки. Кстати, было тоже очень классно. Было тоже очень классно. Мы это там хоть отдохнули, детки поигрались. А сейчас мы вот едем на ферму. Я так понимаю, там тыквы или, может, будут какие-то животные, не знаю. Сейчас там тоже что-то поснимаю. Ну, кстати, все эти... Что ты меня всегда перебиваешь? Там это, кстати, с Настей уже все по-английски говорили. И Настя говорит, что она их даже понимала. Да, да, Настя не может им что-то ответить, но так Настя их вроде понимала. То есть уже хорошо. Я понимаю почти все. Да, ну, классно. То есть сам смысл ты понимаешь, да? Все, мы собачек гладили, ну, как обычно. Oh,
сегодня такой насыщенный день. Одна прогулка, потом сразу за ней вторая. Ну, сначала вот этот осенний фестиваль, а потом мы ж вот это на ферму поехали. А на этой ферме, кстати, тоже прикольно. Там эти козочки можно покормить, коровки. Коровки, конечно, прикольные. А еще этот трактор вообще прикольный. Там, получается, был один такой побольше. Но мы сели на поменьше, чтобы лучше коровок видеть. Потому что тот, что побольше, он выше. Ну и коровки типа дальше. А так на этом маленьком прикольнее немножко. Вот тыковку мы взяли. У нас такая тыковка-котик с бантиком. Кукурузу, это мы в этом лабиринте были из кукурузы. И там можно было взять пару качанчиков, то мы взяли. Я тут жарю рыбку, тут у меня гречка готовится. Сейчас уже будем, ну, Настя будет ужинать. И будем уже собираться спать. То завтра в школу. Тебе понравилось сегодня? Да. Да. Понравилось? Да. Что самое больше понравилось? Бабочка? И шарик. И шарик? И тыка. И батут. И батут. Все понравилось? Да. Ой, Настя, она же тяжелая. Поставь, пожалуйста. Настя, ты куда тыкву забрала? А это настоящая тыква? Ну, конечно, настоящая. Она не лопнет? Если ты ее так будешь кидать, может, и лопнет.